сорт декоративного перца Filius Blue. Это декоративный перец, многолетнее растение. Это среднеострый сорт. Вот такие вот кустики интересные. Вот он, такой вот, видите, какие красивые плоды. Высота кустика до 50 сантиметров в открытом грунте. Его можно формировать, если он достигает 15 сантиметров, просто прищипываем точку роста. Этот перец у нас будет где-то высотой 15, ну, до 20 сантиметров. Вот он такой вот, это в зеленом состоянии. И вот он уже становится красным, полностью зрелым. Вот такие вот перчиночки. Очень красивый. Его можно выращивать как в открытом грунте, так и в закрытом. Это может теплица быть, либо у вас на подоконнике, на балконе. Высевать это, расти, этот перец можно в феврале месяце, в конце февраля. Если вы собираетесь выращивать дома в квартире, высевать можно в любое время. Это многолетнее растение, так что оно будет плодоносить у вас круглый год. Компактные такие кустики хорошие, интересные. Этот перчик можно применять как для консервации, так и можно применять просто в пищу. Можно делать с него соусы. Вот смотрите, красота какая. Компактные, аккуратненькие. Перчики растут вверх. Очень интересный декоративный сорт. Подходит для балкона, если у вас есть ящики навесные. Очень красиво смотрится, если посадить несколько кустиков. Верхняя, внутренняя часть уже начинает потихонечку созревать. Очень красивое растение. Так что сажайте у себя дома. Пусть радует ваш глаз.